Неликс, Долорес, Монрот, Денчик. Сразу шкаф ставьте и сумоньте тех, кто там видит. Что выходил в Ансе, зашел в Долорань. Не знаю, что это такое. Коника Мазера суманит. Монорот, Белорус. Монорот, Денчик, Беларус. Смотри, Драгон ушел. Это Монорот получается или че, или Луцин? Или как? Пусть Луцин будет с Монорот пока тех. Он АФК пока. Луцин, Нелдрю, Мозер нету их. Вот, блядь, отпустил на 10 минут. Да я видел, смотрю. Блядь, да. Передохнут люди. Заебись, деды. Это отдых для людей, кто с утра херачит здесь. Да, для тех, кто с самого начала. Ну да. Ну, Драгон тоже был с самого начала. Ну, допустим, я с самого начала еще и... Остальные должны стоять возле компьютера, стоя. Почему нет? Да пускай палы снимут свои тринки, вот эти ватные тринки снимут. Допустим, на роботе это хорошая триня, там захилил и все. А вот там, где поступающий урон... Монород то же самое. Надо просто знать, когда юзать. Вот и все. Тебе опять сейчас они загнут ее, и все. Опять же. Ну, Луцин диспелишка. Да были моменты, когда можно было отсейвить, ребят. Мне просто все в поглощении. Где Луцин? Здесь? Где Денчик и, блядь, Монрот? Луцин в Дисе, но у него микрофон с наушниками. И как у Монорота. Хрена. Штору запускай. Или пока. Кто кулаки дает? Дайте кулаки. Денчик хорошо танков держал между первой и второй платформой. Не считая тринки, конечно. Хуй больше буду отпускать. Ты там бугаешься. Вот зашел ДДшник. Ты же сказал, во сколько будешь? 5. А не, нормально. Да, как говорил, зашел. Не получилось отругать. Да, я готов ко всему. Каски, кто-нибудь дайте каски, каски, честно, дайте каски. Мы в ДВ рейде убили первого? Да. Валя. Да, и наполовину второго. Я уже думал, что это было варено. Который вот был несколько часов назад. Все как всегда, все как всегда. Убивали мы первого? Да, да, Нелекс убивали. Нет его цены. Ну, Денчик пошёл. Кикнуть, значит, будет. Кикнуть с ЕП или без ЕП? Напиши ему в ПМ, может, блядь, ответить. Это последний пул. Мозер, а те пулы я вообще был там. Да я хуй знает, ну, АФК написано. Блин, у меня сохранились, нет. Чё, Монорота, наверное, на танк. Монорот тоже нет. Твоих, блядь, нет. Вообще там тупо один был, так что не надо. Спасите, типа, два идентичных человека, которых надо, блядь,
И один, и второй АФКш. Просто дал перекур, называется. Чё, чай-то можно налить, нет? Ты ж, блядь, там уже, наверное, звался и так. Ладно, всё. Чё, в ХП, да? Да. До скольки? 150. 150 усил кварда кинешь. Верный тролль подписал несколько минут назад, что пытается зайти. Вот кошак уже. Приплотов почти нету. Ну, цинема народ здесь. Хоть кто-то, блядь, из вас. У обоих микрофон, наушники в микрофон. Заебись, хули. Чё там, что-то поменялось, нет? Нет. То нормально переводим на вторую фазу, то на первой дохнем. Классика. В личку поудить. Где мой народ? А. Адмирал, а ты куда видео скидывал, как стая убивала? Чтобы посмотреть. В диссе. В ладилке? А, понял. Как-то можно сделать, чтобы фреймы, которые имена над персонажами побольше были? Или это только аддон какой-то ставить? На фрейм, на имена это аддон какой-то есть. Я вчера смотрел его канала, у него прикольно видно там, кто где бегает. На индикаторы, может быть? Не, если сделать с полосками синими, там все, блин, это рывками все закрывает неудобно. Черт, В. Там ХП отображается. Элбрил. Что? Shift V. В английском. Ну, она будет с этими, с полосками синими. Ну да. Неудобно смотреть. 20 полосок мельтешит перед глазами. Они еще, если бы стояли на месте, то они дергаются все. А у тебя, в смысле, совсем ников нету? Нет, я включил просто, видишь, с Max Distance не видно их. Видно, но не прочитать. Я игру свернула, я в Дискорде. Где, блядь, проебались два мишки? Причем, блядь... Уже 20 минут. Отошел на 5 минут. Потом этот, не, я, говорит, я пока тут. Окей, типа, хорошо. Больше ничего не писал. Вот цени вообще нихуя. Просто надо декурс. Кого, двоих один продержишь или нет? Время взрыва меня убьет. Да, не захуярят, мне кажется. Там же дебаф
очень быстро настакивается, если ты от маленького отходишь. И он повышает урон от огня. Ну, можешь быстро? Да, там. Да, конечно, да, конечно. Каждые две секунды. Пока мы первого убьем, думаешь, тебя ёбнет? Думаю, да. Ну, можно попробовать. Что стоит себе? Отошел бьет, короче. Подойду в Т5 в одного отдам и побегу ко второму. Ну, если, допустим, первый будет со срывом агрот, то так не получится. Ну и тогда останусь на том, где срыв агро, а в другого дам Т5. Логично. Ну понятно, это еще один маленький нюанс. На ступнях старайся быстро бежать. Ну мне получится какие платформы держать? Первую, вторую. Ну, я вот. Заберу. Я после первой освобожусь, приведу, вторую заберу. Ну вот, постою, посмотрю, есть ярость или нет. Если есть ярость противоположного, дам Т5 и побегу к ярости. Желательно, чтобы ты стоял на первой платформе. Ну там как получится. Конец того, но Денечка есть, говорит, вот Владин. Может его и пока тут его, наш дружку возьму. Ну давай, спектр, если просто получится. Если ярость будет на втором, то по-любому придется на второй бежать. А если нет, то тогда на первой. Поддержишь, я думаю. Надо попробовать, кстати. Я, короче, на первой фазе бегаешь, раздаешь контроль. А теперь они бросаются. Пока тут особо. Сколько вы тут уже сидите? Я с 12. Я тоже с 12. Ну, потому что, блядь, народ там рубит. Так, дальше этот. Point Dispel уже на N. Уже на N. Блядь, сдохнешь на этом пуле. Кастрирую, блядь. Это шлем не давай ему, вот и все. Вот мотивация ему. Да, шема не будет у тебя, если будешь докнуть. Алик думает, ты только что в ЧС попал. Да, 150 усилков пока тут. Адмирал, а эти все метки отображаются, что в ДБМе прописано у тебя? Да я проверю. Еще раз скажи, где стать и танку, где кого танчить. Не затупили. Да, кстати, там же с первой на вторую платформу Денчик стоял, а он теперь в танке, что теперь? Стоишь ты, хилишь танков, плюс Моса. То есть, получается, если я танков хилю, то Моса диспелит, потому что так, я диспелю. Все, я тут, прошу прощения, мне позвонили с работы. Ты ж хилишь танк. Ты лагаешь. Все остальные хилы на лиде. Вдвоем вы там будете. А что, в 6 хилов? То есть получается Моса с меня диспелит, так? Да, Моса тебя диспелит, ты хилишь двух танков. Даю проверку. Денчик на какой платформе? На первой, Денчик на второй. А мы пробегаем на вторую платформу или на первую? На нашу платформу, которую мы будем бить. Первая справа. Войд готов? Он бил, говорил. Когда говорят каст перьев, это не значит, что надо бежать. Когда просите, скажут перебежали? Тогда перебегаете. И милики то же самое. Забежали в перья, сказали вам, каст перьев, блядь.
Забежали в РДД зону, стоите. Сказали, перебежали. Вы обратно к боссу бежите. РДД в правую сторону смещаются. Воид, проснись, блин. Слышно нормально меня? Да. Огонь. Метку на себя есть, а что поставишь? Сука, не спадает. Где будет? Селёдка. Пиздюк, а не дизрон. Селёдка. Че, на позицию становимся, давайте. Нет, ты если что, там масса подхилишь его. На него, а, на него шпион не бросается, поехали. Хват, ты первый, я второй. Саппорты перебейте, кончили. На дальнем круге не вижу РДД зоны. Если вы думаете, что все все в одном месте будете стоять, теперь вас ваншотать не будут. Ясен, хуй, вы будете дохнуть. Каст. Блять, уйдите на дальний круг. Чем больше вы рассредоточены, тем меньше урона от перьев летит. Отбой появился. Все. Каст забрал. Жмена. Ты там этот, магия, на первой фазе тоже жмена стаки забирайте и вы... Спел с меня, блять, у меня уже 20 секунд дебаф висел. Игнайн диспелит. Каст. Забрал. Ну, бегаешь там, короче, кинул щит, когда тебе дам стан. Хорош. Тихо. Бейте. 4, блядь, стака. Веди. Сейчас падаю. Каст. Забрал. Перебежали.
Больше, больше урона, мало урона просто. Красный. Домашний, домашний. Жена. Не забывайте же, наверное, ставить маги по откату. Их либо и выйдет. Каст. Сегодня бьем. Каст. Выбираю. Надо сильнее. Быстрее по бо... Активнее по боссу, блядь. Это нужно переводить. Так. Каст. Переводите босса активнее. 20 секунд, чтобы перевести. Экзекуточка. Боли. Каст подбьет. Давайте, давайте, давайте. 20 секунд заплатим. Начнет каст на бомб. 5 секунд. Процент, полпроцента. Хорошо, успел. Нормально. Пошли. Ой, хорош, хорош. 20. Вообще хорош. Там на электро. Нормально все у тебя? Угу. Костью стали все. Данчик, есть не печать света? Поживаемость повысится. Фокус босса. Мирики сразу там. Дима. У нас мало миликов. Мирики. И стань спиной ко мне, что мы друг другу ближе. Сейчас он не бегает, только в сторону куда-нибудь. Туда, где вот на платформу, Ера. Туда. Еру поехали. На слабость. У Войда фир. Вторая ярость. У вас топкаст. У нас топкаст, придется отворачивать кастером. Только стопать каст, отворачиваться не надо. Ну или стопы, да. От моего отворачиваться. Ере пошли. Побежали. Побежали. Тут одно в мини-зону кинулось, блядь. Тогда рамка. Это нормально? Ай. Диспел, жужик, диспел, или кто там диспел? О! Тихо, жена, диспел. С женой на маг ее снимите, глыбы. Там... Переконтрольте пока. Хотя не, не надо, все нормально. Один сбился, заебись. Блять. Три феникса. Назарию. Тихо, хорошо. Перья пошли. Побежали. Не в разные стороны, блядь, заметкой, сука. Все в одну эту, соберитесь. Просиливайте, адмирал. Добивайте. Перейду. Сколько у вас там? И... Все, побежали. Перебежали. Имейте в виду тут фир. Блять. Отвернулись.
мобов контроль. Дальних больше. Тут фир, отворачивайтесь, когда кажется. Вернулись. По чуть-чуть мобов запускаем. Не, встаньте, РДД. Этих мобов. Крик. Перья пошли. Все фир словили. Побежали. Взяли. Вернулись. Крик. Да? Крик. Дайте. Моба. Сейф, дайте пориду. Ебаный рот, нахуй. Ну, там фир словили все. Там все просто фир словили, блядь. Да я видел, я видел. Да не все. Чё проблема с контролем с мобами? Лужа уже нормально, блядь, появляется. Уже сейчас с контролем немножко проясните охота. Девка, ты же даешь, да, корень и вихрь? Только корни. А вихрь что? Ну, на циклон нужно ближе стоять, там раньше меньше. Ну. Там 24 метра раньше. А сколько локов, кстати? Два, что ли? Три. Да при чем тут это? То я корни даю, которые короткие. Я не увидел ни одного замедла по мобам второй платформы. Только в начале маг кастанул Blizzard, все, больше я не видел никакого замедла. Почему все мобы, блядь, дошли одновременно? Почему, блядь, первые мобы не дошли раньше, чем, блядь, дошли последние? Почему последние, блядь, сравняли с первыми? Мах, вот мне объясни, как ты, блядь, Blizzard даешь там по мобам? То они быстрее доходят, блядь, доходят первые. Понимаешь, фишка в чем? В том, что есть контроль, который человек не контролирует. То есть он дал, да, Blizzard, Wizard, там кто-то все ходит, там прошел 4 секунды рута, постоял он в ноги, там, блядь, мог, и все, и пиздец, пошел под замедлением, без замедления. А луки они могут перебанить, отпустить. Корни можно повешать на другого, вихрь можно повешать. Есть контроли, которые, блядь, вот он перевешивает вихрь, с одного вихрь спадет. Корни перевешивает, с одного спадут. Бля, народ, крик феникс это значит фир, блядь. Если вам анонсер, что следующим будет фир, блядь, крик феникс это фир. Вы забегаете под этого ебучего феникса, блядь, практически спиной. Отворачивайтесь только тогда туда, когда там крик феникса прошел. Вы забежали, блядь, спиной, стали... Перья. Перебежали спиной, блядь, к Фениксу. Посмотрели, ну, взяли его в таргет, смотрится. Каст Феникса этот крик прошел, блядь. Все, развернулись, бьем, блядь. Там будет, надо этих 10 мобов ебнуть. И потом еще 10 мобов появится, которых тоже надо будет об него слить. Адмирал, че лежишь? Я не стану лучше, не вернусь. Тоже похуй, блядь. Но у нас 5% просто нет. А чё, кто тащит? Денчик, что ли? Какая-то... Вернулся он, блядь. Денчик тащит. Бафа. Всё, на позиционку кто готов? Проверку даю. Уже лужи хоть, блядь, нормально разливаются, хоть перебегают все вместе, все лужи в одном месте. Не то, что, блядь, было раньше. Блядь, нахуя вы вот вам анонсят? Вам метку даже, блядь, поставили, просто на себя луну поставил. А ДБМ у всех стоит, нет новой? Зачем, вообще нет, блядь? ДБМ, вообще нет, нахуй. Зачем, блядь, вы бежите? Ну, ага, озвучиваются эфиры, и все, и когда, так чё? Я же говорю, крик, побежали, перья, я говорю эти слова. Ну, там все слышно. Да, просто ДБМ. Вот, блядь. Потом этот, блядь, вы вот стоите, блядь. Появились лужи, и вы, блядь, от этих луж разбегаетесь, блядь, влево-вправо. Нахуя вы на первой платформе это делаете?
Я же сказал, движемся все время вправо, блядь. Нахера вы назад бежите? Все время вправо, блядь. Метка стоит, даже за какой надо перебегать. Там, блядь, 3 секунды есть, чтобы сообразить и перебежать. Лёх, может быть, на взрывах, когда будут мобы подходить, шипешники будут гимн ХП сдавать перед тем, как они взрываются? Чтобы подсейвить. Там мобы не должны так заходить, как они сейчас зашли. Там просто народу... Нет, ну вообще рейд поднять проще будет. Ну вот смотри, 3 лока, это 3 метра. Смирал, блядь, почему я постоянно тебя, блядь, проверяю? Что он ДБМ, блядь. Левым глазом смотрите за контролем за своим. Все. Все будет нормально. Все вместе бегайте, блядь, и все будет замечательно, и прохило будет дохуя. Ну, естественно, контролить не забывай. Лучше законтролить лишнее там, блядь, чем вайфнуться, блядь, из-за того, что контроля не дали. Весь рейд на второй фазе старается контролить. Паст. Если вы видите, что 4 моба заходят, блядь, дайте вы по одному из них контроль. Каст. Старайтесь больше ДПС отдавать на протяжении боя. Лишние отлички желательно это. Моба. Коника пробивает больше, чем танка. РТД уже наперед сильно стоит. Иди дальше. Контроль, контроль. Но забаньте. Так.
забираю. Опять в просак попадаем. Чуть проведите. Пускай пробьет. Оживший пламя через 20 секунд. Это будет второй. Ожившее пламя 12 секунд. Так, побежали. Привезли. Два коста, значит, будет. 10 мобов сразу. Говорите там, у кого голос есть, Гев. Сейчас да сгим, сдам на манну. Что там поставьте? Даю тоже на манну. У вас на манну вообще. Читаем дебаф Феникс. Беру. Не ярость. Выйду рассеянец. Усталость первая, вторая слабость. Отлично. Последний, самый последний с пером. Бенч, во время каста отворачивалась. Ферия. Когда кастует, пернешь он ратит. Ой, блядь, бежите заранее. Стойте, прижмитесь к луже, блядь, его еще. Сову встаньте, которая слева около лужи, прям к луже притрите. Вот этот, короче, дальних Близзард, ближайших там два лока банда и три запускают. Перья. Рик. Побежали. У нас три пера. Три феникс. Короче, наших всех контроль не подпускает. Пускай ваши все заходят. Один зашел. Вижу. Второй заходит. Тронься. Дал на хп. Крик. Мосс сдох. Ой, да прохил где? У нас зашли все. Денчика, Войда. Перья. Так, блядь, там два хила сдохло. Побежали. Чего сдох? Ёп. Сдохли от трёх стаков. Да?
Как вам? Три плюс один у нас зашел. Он без контроля просто бежал, летел. Так, блять, как они сдохли там у трех стаков? Там не три стака, Лёш, там четыре. То есть три у них и один у нас пролетел, и четыре стака их убило. У нас я дал купол, мы из-за купола выжили. У нас у всех по 20% хп осталось. Причем тут это, смотри, даже по объявлению в рейд, три стака зашло. Три. Вы от трех стаков сдохли там. Да, сдохли от трех стаков. Жужик, ты... А кто там стоял? Полина и кто еще? Полина и Мосса. Хуёво переводим. Пиздец, как хуёво. Да, что-то хуй знаю. Короче, я знаю почему. У нас, блядь, диспелит на первой фазе. Жена, и она вообще должен диспелить танк, блять, потому что танк все равно нихуя не делает. Так, короче, это... Малорад подошел там, если что. Пока тут обратно. Малорад в рейд, Денчик хила. Малорад диспелит. О, кислого. Здорово. Бери, кислого. Только заходи, чтобы... кислый. Только чтобы он не диспелил. Кислый с девкой тут зарешают всю хуйню. Ой, девка слабый что-то. Давай кислого в рейд, пока тусите, да, это. Да. Две напомню, минуты сколько раз можно шипы апали. Шипы не апали. Да, да. 150. Шипы не апали. Не смешил. Два раза апали. Да не апали. Один раз. Батку. Да ничего вам не срезали, вам пытку апали, а потом вам уменьшили количество стаков. Да. Вопрос такой. Сейчас захожу в игру, у меня объявление. Быстрый старт успешно куплен. С вашего счета списано. Какого хера? И как это обратно вернуть? На форум время пишу. Запомни. И напиши на форум. А у тебя что, значит, и бонус есть? Ага. Или? Может, у вас доступ к аккаунту есть? Хорошо. А что ты там еще купил, посмотри? Да вроде больше ничего. На VIP-форум, да, напиши VIP-тему. Ну, делай про товары, значит. Я видел уже такую тему неделю назад. Миша, так, это нет. Ты хорошо прочитал, да? Вместо резиста кислый заход. Ну, если Жунет будет дамажить и не диспелить, то тогда это три совы, которые могут контролить. Тогда вообще, блядь, не должно быть проблем с контролем. Жужик будет диспелить на второй фазе, где он слакает. Когда бьем первого Феникса. О, Неликс накручивает. Ну, лучше Жужик, чем... В смысле накручивал, где чё? Смотри, Палар. Чё, тихо. Баф. Умон. У меня 22 держалось. Блять, у нас проблема с телами на этой платформе. В чем проблема у вас там? Почему вы сдохли? Да 3 стака зашло, они сдохли, блять. Блять, 3 стака. На 3 стаках должны жить, блять. На второй фазе кидают трапа ханты или нет? Нет. Окей. Все элементарно. ХП не фул, хилит одна Полина. У ней хотов ничего, наверное, нет. Хуй знает. Короче, Тенчик. Прожимки у шамана нету. Короче, Элбрил, Адмир, тихо. Элбрил, Адмирал, Розария, хилите здесь. Хилите здесь, рейд, блядь. Если что там, Неликс просит, им Полина, Денчик, блядь. И Мосса хилите там. Полина диспелит, Мосса с Денчиком. Здесь это где, Лёх? Где рейд? То есть мы поднимаемся, Элбрил, Адмирал и Полина на первом, да? Ты слышишь, я говорю? Полина диспелит Моссу, блядь, и Денчик. Нет, он, короче, который не стоит... понял. Ну, блядь, не понял, я ясен хуй, что не понял.
Вот. Полина, Денчик, блять. И этот. И Моса хилят, блять, отдельно от рейда. А вы, блять, Розария, ты и адмирал, вы хилите рейд. Так, понятно? Понял, я на рейде. Я хилю Войда, и до рейда я слабо достаю. Печальненько, там урона не летит, как бы, вообще. Ты самое главное, Войда держи, и всё. Кажется, тихо, по поводу танка. Коват. На второй слева монород. Я, короче, пойду... Вот, я пойду, короче, поменяю... Войда, Войд притянешь, пойдешь, поменяешь сразу туда этого монорота. Монород придет рейд, будет плюс дополнительный контроль, плюс диспел. Да, освободит Жужина. Еще раз, Коват, какая платформа? Как обычно. Вторая, так? Первая. Коват, звезда, монород, кружок, Войд. Да, я понял. Пианист, треугольник. А Жужик же вторую фазу в начале диспелит. В начале, да. Ну, он что-то не понимает, с чего это взял. Жужик, понял? Не слакай. Кирс готов. Гриб, Кирс. Гриб ушел. Да. Гриб ухнул. Он писал, что ему уйти надо. Отойти. Резист, заходи обратно. Чё, гриба начисляет? Вон гриб зашел. Зашел, ты его чёфнул. Вот он, гриб. Здесь? Вот он, платформа. Ну чё, одну метку не надо. Гриб, а потолок? Нет, завис гриб. Гриб завис. А нет, вот развис. Гриб готов, блядь, задержки нету, блядь, мозг. Чё он? Саманчи резист. Иди, если, да. Гард уже был. Что от него толку, но он... Он портуется. Гриб портуется. Он исчез. В смысле толку? Не, ну, ты чё? Он сейчас это, на восьмом... 9 лямов. Чё, грибу начислять? Да пускай сидит, пока на замене. 1500 ГП за то, что слакай. Да. У него сегодня, блядь, со всех, сколько было пулов, блядь, только на одном нормально он что-то делал. И то, блядь, на первой войне. Глорус, давай на развороте, когда босса поворачиваю, чуть вправо уходи. Дай проверку. Сопроты. Так, сейчас, пару секунд. А, все понятно. Нихуя, сколько времени уже. Вот что почему. У нас же демон появился. Тихо, все, поехали. Сопроты, блядь, на ком нету, этот, обновить. Мирал, блядь. Активнее старайтесь, больше урона. Да. Перебежан. Локи, ты опять стоишь в луже. Локи 3 стака, резист 2. Идет.
сейчас. Забрал. Ничего. Могу совершиться. Пять секунд забираю. Забрал. Процентаж смотрим. Сбить. Как? Коста надо переводить. Да, коста 30 секунд. Нормально все успеваем. Че, успеваем? Давайте просто. Кому куда бежать, смотрите сразу. А вам оба контроль. Нахиливайся на пол. А, фаза. Че, побежали.
Тартпала за хил. За хиль себя. Жужик, пожалуйста, не сладкий. Все кучно, встанем. Слишком близко к стене. Название читаем. Первая усталость, вторая слабость, отлично. Третья ярость. Отлично, у вас что? Рассеянность. Фир, это усталость, да? Да-да. Рассеянность, топ-каст, да? Слабость, топ-каст. Рассеянность от дизарма. Побежали. Перебежали, быстрее. Дарта просил. Базарию просить. У нас один. Три моба за контроль, все. У нас не там. Все, пускай контроль стоит, пробить. Соберите метку. Отпустите, звездочку отпустите. Фер. Может, обратно перебежим? Да, обратно можно. Перебежать. Нас зачем контролите? Не контролируйте. Фер. Звездочку отпустите. Перебежали. Перебежали. Одного за контроль тебя. Дал, блядь. Шинаен арес, Шинаен быстро арес, блядь, с Розарио. Фрик. Это тут дизайн. Розарио, Вресни, Шинаен, быстрее. Я жду посередине, блядь, платформ. Перья. Перебежали, бегом. Перебежали. Что-то выжило. Да попадай. Контроль мобов. Есть. Один заходит. Куда ты его заметаешь, блядь? Нахуя? Нет. Во, нормально. Засиливаем, все кучно собрались все. Забрал, да? Все тихо. Это ярость. Да, я забрал. Помогай контролить. Фер. Тех Фер. Дальних контролируйте. Ферья. Побежали. Приближились. Фер. Ёбаный. А что у вас опять было? Может, там могу, нужно оставаться и постоянно Blizzard кастить? Да три только стака же зашло, блядь. Четыре. Откуда четвертый? Три у нас, один походу с той стороны. Так а чё с той стороны, блядь, зашел?